Очевидно, вот мое кресло, рабочее место, важные бумаги, городской телефон, а я пойду, пожалуй. Притаился, потом распрямился, распорядился, встал у руля. Он ходит сквозь стены, пугая спортсменов, не пьет, не курит, не спит и не ест. Советуется с трупами, кормит их крупами, а на кабинете вообще поставил крест. В полном неведении вкусно обедаю и предвкушаю спокойнейший сон, как всегда в это время. Направление движения.